Здравствуйте, друзья! Обзор европейских чемпионатов. Манчестер Сити реабилитировал себя после промашки с Тоттенхэмом в своем первом матче в Премьер-лиге. Сделал это крайне убедительно во второй игре, как и подобает команде, действующему чемпиону. Пять раз Норвич вынимал мяч из сетки собственных ворот и начинал игру с центра поля. И пока это худшая команда. Турнир только начался, а команда из Норвича уже пропустила 8 мячей и ничем на них не ответила. Но вернемся в Манчестер. Горожане вполне способны развить успех. Они принимают дома Арсенал в ближайшую субботу. Лондонцы пробивают собственное дно. 0 очков и 0 забитых голов в двух турах. Хуже них только упомянутый Норвич Сити. Кризис у Арсенала не закончился. Это показала уже вторая их игра в Премьер-лиге. Наставник канониров Микель Артета не может настроить игру команды. Не ладятся дела ни в атаке, ни в обороне. Что и показал наглядно в дерби с Челси гол Ромелу Лукаку уже на 15-й минуте. Собрать себя в кучу после этой неудачи Арсенал не смог, пропустив еще однажды и за 90 минут пробив по воротам соперника только 6 раз, из которых лишь 3 в створ. Перспектив для оптимизма мало. Следующая команда, с которой предстоит играть на выезде, Манчестер Сити. В этой связи задача опуститься на последнюю строчку в турнирной таблице для Арсенала не кажется трудной. Скромный Брайтон доминирует. Команда не отдала ни одного очка в матче первого тура с Бернли. 2-1 тогда закончили. И вот теперь ни с чем уехал домой Уотфорд, не забив ни одного гола и растранжирив кучу моментов. Брайтон же не только создавал свои, но и использовал ошибки соперника, как, например, Нил Мапе, забивший на 41-й минуте решающий второй гол команды. В итоге 6 очков в двух сыгранных матчах. Круче только Ливерпуль, он пока и лидирует, что нормально. А вот Брайтон второй, и это сюрприз. Следующая игра у клуба тоже домашняя, с Эвертоном, который, кстати, идет следом на 3-й позиции. Ньюкасл не может пока найти свою игру. Стабильный середняк Премьер-лиги не набрал ни одного очка в первых двух матчах сезона и обосновался на 18-м месте после встречи с Астон Виллой, которая также проиграла в первом туре. Но за счет гола ножницами Дэнни Ингса в концовке первого тайма и заработанного пенальти в тайме втором набрала свои первые очки. Примечательно, что нынешний наставник «Сорок» Стив Брюс был в недавнем прошлом коучем Виллы, но не смог это обстоятельство обратить в хоть сколько-нибудь значимое преимущество. Следующая игра у Ньюкасла дома с Саутгемптоном. Ждем от команды, ну как минимум, забитых голов и уверенной игры. Атлетико Мадрид уверенно держит марку. Чемпион Испании одержал очередную победу во втором туре и уверенно занял первую строчку турнирной таблицы. Похоже, Диего Симеоне знает секрет успеха, и вслед за Сельтой ни с чем уехала из Мадрида Эльче. Гости не смогли распечатать ворота Яна Облака в этой игре. А вот его визави, Кико Касилья, однажды ошибся, и Анхель Корреа записал на свой счет гол в концовке первого тайма. Кстати, пока все 3 гола Атлетико в примере записаны именно на него. Что удивительно, зная, сколько классных исполнителей есть в команде. Тем не менее, следующая игра у мадридцев с Вильяреалом, а эта команда славится своей неуступчивостью. Трудная победа Наполи в первом матче в серии А. Почему? Ведь соперник не из великих – Венеция. Пятая команда серии Б прошлого сезона. Может быть, причина в том, что неаполитанцы остались вдесятером уже в середине первого тайма? Виктор Осимхин был удален за толчок соперника в собственной штрафной на 23-й минуте. Или нереализованный пенальти Лоренцо Инсинье. Нет, виной тому упорство гостей, которые не давали подопечным Лучано Спалетти спокойно владеть мячом. Результатом чего явилось аж 7 предупреждений венецианцам за весь матч и новый пенальти, который пробил снова Инсинье. На этот раз результативно. Ну а вишенкой на торте стал удар Элифа Эльмаса на 73-й минуте в ближний угол. Красиво. Неаполь победил 2-0 и уже готовится к поездке в Геную. Бавария снова чуть не оступилась. Сыграв в ничью в первом туре с Боруссией из Мёнхенгладбаха, она едва не свела и вторую игру также. Казалось, ничто не предвещало интриги. Кёльн совсем-совсем не грант, а баварцы все ж чемпионы. Но козлы показали такую прыть, которую трудно было ожидать. В первом тайме держали удар, заставляя мюнхенцев ошибаться в атаке, а кроме того, не раз угрожали Нойеру сами.
После перерыва прессинг усилился. Бавария забила дважды и посчитала дело сделанным, за что получила также два в ответ. Скажем прямо, увести очко из Мюнхена для любого гостя не самый плохой исход. Однако Серж Гнабри правой ногой поставил мощную точку на 71-й минуте. Итого 3-2. Кёльн молодец, а Бавария – это Бавария. Боруссия Дортмунд оступилась уже на втором шаге. Если в первом туре она устроила футбольную феерию с Айнтрахтом, блеснув звездой Холландом и отгрузив 5 мячей, то во второй игре с Фрайбургом была не похожа сама на себя. Что-то пошло не так у Боруссии уже на 6-й минуте. Немецкий итальянец Винченцо Грифо сотворил шедевр, исполнив штрафной удар. И за оставшееся время шмели ничего вразумительного не показали. Итоговый счет 2-1, Боруссия Дортмунд 6-я, а вот Фрайбург поставил себя в тройку лидеров чемпионата. Грозный Лион раздает очки соперникам направо и налево. Набрав в первых двух матчах в Лиге 1 только очко, он и в третьем туре не удержал викторию в своих руках. Клермон, новичок высшего дивизиона, и в сложной для себя ситуации сумел отыграть 2 гола в последние 10 минут на выезде. Эльбасан Рашани забил третий гол гостей на компенсированной минуте, что в итоге дало ничью 3-3. Такое событие ставит Клермон на третью строчку в чемпионате, круче только Анже и ПСЖ. А Лион опускается на 16-е место, и следующая игра у них тоже не подарок, на выезде, с Нантом. Канарейки в последней игре очков не набрали и вряд ли захотят эту тенденцию продолжить. Монако тонет. У монегасков провальный старт сезона, одно очко и один забитый мяч в трех играх чемпионата. Поражение дома от Ланса 0-2 поставило клуб на последнее место, а самым ярким эпизодом в игре хозяев поля стало удаление Александра Головина. До этого Монако не смог забить скромному Лориану, и это в преддверии визита к донецкому Шахтеру в рамках Лиги чемпионов, которому до того также дома уступили с минимальным счетом. Хочется верить в гений Ника Ковача, ведь этот опытный хорват сумел в итоге поднять клуб на третью строчку по итогам сезона 2021 и, может быть, решил сделать шаг назад, чтобы потом совершить два прыжка вперед, сначала с Шахтером, а потом в следующем туре с Труа. Пока все, до встречи через неделю.